Всем привет, ребят, с вами Прокоп Джентулов. Сейчас я вам расскажу, почему вам ни за что не стоит качать GTA 5 в Epic Games Store. Это самый жесткий развод 21 века. Поехали. Как вы знаете, студия Epic Games активно сотрудничает с такими структурами, как ЦРУ, ФБР. Это ни для кого не секрет. И в такое удобное время, период пандемии, когда все люди сидят у дома, они решили все это сделать. Сейчас я вам расскажу дальше, что именно они решили сделать. Бутуа даже мнение то, что коронавирус, американцы всю эту фигню с ним придумали, только специально для того, чтобы GTA 5 раздавать. Сейчас я вам поясню. При установке Social Club, когда вы уже все это сделаете, если что, не волнуйтесь, у меня GTA 5 стимовская, я не дурак, чтобы через Epic Games ее качать. При установке Social Club, там, при регистрации, точнее, там есть один пункт интересный, в котором написано то, что я соглашаюсь с тем, то, что мои данные будут сохраняться в облаке, будут отправляться на другие компьютеры, будут доступны, точнее, другим компьютерам, ну, то есть они черным по белому пишут то, что все, мы все будем о тебе знать. Ну, ребята, это полная жесть, это наивысшая степень наглости, я считаю. Вот, меня, знаете, что больше всего пугает? То, что вот в Америке-то около 1000 человек, да, воспользовалось этим. Скачали GTA 5 бесплатно. Знаете, сколько в России скачало? Больше 1 000 000 человек уже. Это полная жесть, ребят. Я считаю то, что надо в массы эту информацию вынести, поднимать это видео в топ. Я еще очень спокойно на это все сижу, реагирую. Нужно по-хорошему-то сидеть, руками стучать по столу, ножками топать, потому что кричать весь голос, потому что невозможно спокойно на это реагировать. Это полная жесть, ребят. Поэтому бойкот, забастовка Epic Games, забастовка. Самое начало, ну, посмотри, студия, она где базируется, это Epic Games? В США, то есть уже что-то, да, что-то здесь неладно явно будет. Какой-то подвох. Вот. Ваши данные сейчас сливаются. ЦРУ, ФСБ, ФБР. Вот. Поэтому, ребят, сами потом пеняйте на себе, когда выйдете из дома на улицу. И черный автомобиль, черный Chevrolet остановится. Кадиллак. Джип больше остановится, дверца откроется, два накачанных мужичка в пиджачках и в очках тонированных вас заведут туда, и больше никто вас никогда ничего не узнает. Ну вот недавно просто даже, это не слух, это типа официальная новость, то, что один человек русский очень, так сказать, плохо высказался об Америке в голосовом чате в этом Fortnite. Все, его забрали. Больше ничего о нем не знают, не слышали. Где кто? Поэтому, ребят, я вам настоятельно рекомендую, если у вас есть Fortnite или Epic Games, лаунчер их на компьютере, просто сносите нафиг, удаляйте. Видео поднимаем в топы, бунтуем все это, протестуем. Нет, Epic Games в России, Epic Games вали в США. Все, ребят. Такое вот видео получилось. Надеюсь, вам понравилось. Рассказывайте друзьям, делитесь, ставьте лайки. Всем пока.